Магазин «Электропара» представляет обзор специальной галогенной лампы для фотооптики фирмы «Осрам». Модель 64718, Т27. Мощность лампы 650 Вт. Напряжение 230 Вольт. Цоколь JY9.5. Данная лампа предназначена для светильников закрытой колбы, имеет высокую степень нагрева, и лампы запрещено трогать открытыми руками, только с помощью салфетки или в перчатках. Посмотрим на лампу без упаковки. Измерим габариты лампы. Длина лампы вместе со штырьками составляет 8,5 сантиметров. Диаметр основания цоколя составляет 3 сантиметра. Диаметр колбы 2,5 сантиметра. Данные лампы всегда есть в наличии в магазине «Электропара». Закажите их на сайте или позвоните по телефону.